они не смогут получить выплату до тех пор, пока они не зарегистрируют ДП. Так, по бинарному шагу еще раз. Фиксация проходит ежедневно. Вы можете фиксировать бинарный шаг ежедневно. Но денежку вы получаете один раз в неделю. То есть не каждый день, а один раз в неделю. Через неделю. Расчетный период вторник. То есть со вторника по вторник проходят ваши бинарные шаги. Через неделю система считает, сколько денег у вас прошло неделю назад, и перечисляет эти деньги вам на карту. Например, в нашем случае мы получаем каждую неделю примерно 500-600 долларов за бинарные шаги. Получается, неважно, где мы находимся, эти деньги нам перечисляются, потому что уже построена сеть потребителей. Это как бы наша цель – построить сеть потребителей, любителей АТЭ. Далее. Перейдем к следующему уровню торгового представителя. То есть первый уровень дистрибьюторства, торговый представитель, он не такой интересный, как следующий. Потому что здесь за бинарный шаг в 300 тысяч вы получаете всего 20 долларов. Следующий уровень дистрибьюторства – агент. Начиная с агента, чтобы получить каждый уровень дистрибьюторства, есть две возможности, то есть два способа, как можно получить следующий уровень дистрибьюторства. Первый способ – это накопление личных баллов. Если у вас есть 300 тысяч личных баллов, то вы получаете уровень агента. Этот уровень остается навсегда, никто вас не отнимет. Чем отличается агент от торгового представителя? За те же обороты 300 тысяч баллов слева-справа агент получает в 3 раза больше денег. То есть не 20 долларов, а 60 долларов. Следующее. Есть второй способ, как стать агентом. То есть, когда я узнал это, я подумал, вот, компании нет обязательных закупов, но компания говорит, копи 300 тысяч баллов. Я подумал, вот, где обязательный закуп. Но здесь есть второй способ, с помощью которого люди могут выйти на уровень агента, не наращивая свои личные баллы. Это сделать оборот в предыдущие месяцы 600 тысяч баллов. Что это значит? Это значит, если у вас, допустим, нет средств, или у вашего партнера нет средств, чтобы накапливать личные баллы, нарастить свой кабинет до 300 тысяч баллов, этот партнер может добиться этого уровня работой. То есть если он построит структуру, и его структура за предыдущий месяц сделает оборот в 600 тысяч баллов суммарно, слева-справа, то он получит на этот месяц уровень агента. Сделать оборот 600 тысяч баллов не очень сложно. 600 тысяч баллов – это где-то 500-700 тысяч тенге, где-то так. За месяц это реально. То есть это более чем реально, такого оборота можно достичь даже уже в первый месяц работы. Я думаю, практически каждый может это сделать. Так, еще раз. Два способа. Либо 300 тысяч личных баллов, либо обороты в вашей структуре 600 тысяч баллов. Обороты здесь можно понимать как бы два способа есть объяснения. Либо это обороты только вашей меньшей ветки, то есть у вас есть две ветки. То есть там, где меньше, можно смотреть только туда. Либо можно смотреть сразу на обе ветки, если в обеих получается больше 600 тысяч, то вы получаете уровень агента. Получается, множитель умножается на коэффициент. Коэффициент примерно 4 доллара. Еще раз повторюсь, торговый представитель получает примерно 20 долларов за этот бинарный шаг. Агент за точно такой же бинарный шаг получает в 3 раза больше – 60 долларов. 300 тысяч баллов, вот здесь вот показано, это примерно, ну это 6 химахимов. 6 химахимов по 6 тысяч рублей – 36 тысяч рублей. Или 560 долларов, или 215 тысяч тенге. Я не помню, когда я делал эти подсчеты, может быть курс немного изменился, но примерно такое значение. То есть 300 тысяч баллов – это вот, если закупаться химахимами, то это 215 тысяч тенге. Да, вопрос. Вот я могу лично сам закупить на 500 тысяч? Да. Кстати, агент могу перекрыть? Да, конечно. На 500 я вкладываю, и все, я уже агент, да? На 300 достаточно. 300 тысяч тенге. 215 тысяч тенге. 300 тысяч баллов или 215 тысяч тенге. То есть закупаете химахимы, вы агент. Также я могу миллион заплатить и дальше могу. Да. Что дальше? Да. Но здесь я вам сейчас расскажу то, что не имеет большого смысла подниматься выше третьего уровня дистрибьюторства. Это как личное, да? Да.
Сейчас я вам объясню. Сейчас мы дойдем до следующих уровней дистрибьюторства. У меня тоже вопрос. Да. Пожалуйста, вы сказали, что агент, если в месяц вот ваши ветки там получат там сумму 600 тысяч, то в этом месяце вам присвоится агент. То есть это имеется в виду, это какое-то временное присвоение на этот месяц? Получается, каждый месяц система проверяет, какой максимальный уровень дистрибьюторства вам доступный. То есть если у вас есть личные баллы, система смотрит по вашим личным баллам, какой уровень вам доступен. Окей, допустим, у вас всего 10 тысяч баллов, вам доступен уровень торгового представительства. Дальше система смотрит, какой оборот у вас был в прошлом месяце. То есть там четко по-русски написано, оборот в прошлом месяце 600 тысяч. Если в прошлом месяце был такой оборот, вы агент. Если не было, то по личным баллам. То есть личные баллы для того, чтобы сохранять? Да. Да. Это как бы одно предназначение личных баллов. Второе предназначение – сразу получать нормальные выплаты за ваши бинарные шаги. То есть я всегда всем партнерам рекомендую делать покупки с умом. То есть не покупать ничего ненужного. Потому что большинство людей естественным образом накапливают эти 300 тысяч баллов. Особенно кто зарегистрировался еще 2, 3, 4 месяца назад. То есть они просто покупают что-то для себя, может быть, что-то в подарок, знакомятся с продукцией. То есть они не делают никаких необдуманных покупок. У них эти 300 тысяч баллов копятся естественным образом. В нашей команде есть люди, которые таким образом накопили 1,5 миллиона баллов, просто делая покупки для себя, потому что им очень нравится продукция. Можно вопрос? Да. А смотрите, вот этот уровень, статус агента, ты его один раз получил, и он сохраняется за тобой, или он как бы тоже сгорает? Ну, и в последующем, если ты не получаешь? Ну, здесь я повторюсь. Получается, каждый месяц у вас первого числа система смотрит на тот уровень, который вам доступен. Сначала смотрит на ваши личные баллы. Если у вас достаточно личных баллов до определенного уровня, у вас этот уровень. Далее смотрит на обороты. Если по вашим оборотам вы достойны, ну как заслужили более высокого уровня, вы получаете этот уровень. Но эти баллы не пропадают? Баллы личные не пропадают никогда. Да, да. Если у вас есть личные баллы, то по этим личным баллам, когда вы добились какого-то уровня, он у вас остается навсегда. Ну а если по обороту, вот, например, второй месяц получилось 600 тысяч баллов, да, то есть, да, тогда агент, а потом раз и 300 тысяч баллов, то тогда спускается, да, человек? Да. Да. То есть, с агента ты падаешь до торгового представителя. Но если у тебя нет личных баллов. Нет, личные баллы, они копятся, то есть они у вас никуда не деваются. Они, личные баллы не считаются за какой-то период, то есть за общий период всей жизни вашей учетной записи отображается общее количество ваших личных баллов. То есть если у вас есть 300 тысяч личных баллов, у вас всегда будет 300 тысяч личных баллов. Вы сможете спуститься до торгового представителя только если у вас меньше 300 тысяч личных баллов. Если у вас есть 300 тысяч личных баллов, вы не спуститесь ниже агента никогда. То есть если резюмировать, да, то есть чтобы получить статус торгового представителя или агента, это имеет большое значение именно личные баллы? Или групповые баллы? Одно из двух. То есть что для вас удобнее? Удобнее для вас накопить личные баллы и работать в таком русле, либо обеспечить обороты, не делать никаких вложений, обеспечить такие обороты, которые будут поддерживать эти групповые баллы. То есть групповые баллы сгорают, извините. Групповые баллы тут имеются в виду обороты за месяц. То есть, допустим, сегодня июнь, завтра июль. Если вы в июне, ваша структура сделала оборотов более 600 тысяч, то завтра, 1 июля, вы получаете уровень агента. Если не сделала, но и у вас баллов меньше 300 тысяч, 300 тысяч, я повторюсь, там уже не обращайте внимания. Если у вас есть 300 тысяч, все, там вы никак не спуститесь. Как бы вы ни хотели, у вас это не получится. То есть это остается, не надо каждый день подтвердить? Не надо. Вот эта вот вторая опция, она достаточно сложна для понимания и очень редко объясняют. То есть получается, если 600 тысяч баллов ты накапливаешь, допустим, ты получаешь как агент, но у тебя личных баллов нету, получается. Ты получаешь как агент, но потом спускаешь.
если у вас не будет оборотов в структуре. То есть если в июне у вас оборот в структуре более 600 тысяч, а в августе мини... Да. Если оборотов не будет. То есть для чего построена эта система? Для того, чтобы любой человек мог добиться максимального уровня дистрибьюторства. Вот. Сейчас я дальше расскажу, но немного забегая вперед. Сегодня вот у нас гости из Кореи, они сейчас пока отдыхают, но ближе к вечеру не будут. У них, допустим, на личном счету вот всего лишь 300 тысяч баллов. То есть у них всего вот столько. Но у них вот этот уровень дистрибьюторства за счет оборотов. Потому что когда у вас начинают идти обороты, они у вас растут. Они у вас растут, растут, растут. Если у вас обороты не растут, значит, вы что-то делаете неправильно. Значит, люди не имеют представления о продукции. Потому что еще не было такого человека, которому объяснили, разложили по полочкам все как есть, чтобы он попробовал и перестал покупать. Когда человек совершает одну покупку, он уже с нами, он в команде. Потому что он начинает делать их снова, снова и снова. И обороты неизбежно растут. Сейчас чуть-чуть попозже перейду к остальным уровням. По этому еще есть вопросы? Так, отлично. Далее. 300 тысяч баллов, четверг. Так, допустим, вот вы сделали, прокупились 5 химахимов, вы стали агентом. То есть теперь это звание остается с вами навсегда, потому что у вас есть личные баллы. Что происходит? В пятницу проходят обороты. Слева покупают 6 химахимов, справа покупают 6 химахимов. То есть ваша команда слева, ваша команда справа закупается на 300 тысяч баллов. То есть здесь немного утрировано, просто для наглядности. То есть у вас проходит опять бинарный шаг, фиксируется в 300 тысяч. Но за этот же бинарный шаг вы уже получаете 60 долларов. В три раза больше, чем если бы вы были торговым представителем. В неделю, да? Нет, за каждый бинарный шаг. Здесь надо понимать, здесь деньги не берутся из пустого воздуха. Очень много материала в интернете, где люди говорят, вы добьетесь вот этого, и у вас будет зарплата. Здесь нет зарплаты, вы получаете то, что вы заработали. Получается, деньги берутся с процента оборотов вашей структуры. Если есть обороты, есть деньги. Если нет оборотов, нет денег. Получается, бинарный шаг вы можете фиксировать каждый день. Если каждый день у вас проходят обороты, достаточные для фиксирования бинарного шага, у вас фиксируется бинарный шаг. И раз в неделю суммируются все эти бинарные шаги, и вам перечисляется денежка. В месяц в среднем можно закрыть 26 бинарных шагов. В воскресенье бинарные шаги не закрываются. Почему было